Сотрудник комитета по внешним связям парламента Армении Лилит Гезелян угрожает депутату Милли Меджлиса Азербайджана, руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралу Генджалиеву. Об этом на странице Facebook написал Турал Генджалиев. Он отметил, что Гезелян пригрозила ему отрезать голову в тюрьме. Этого человека следует отстранить от занимаемой должности в самое ближайшее время в связи с поведением, которое является наглядным примером азербайджанофобии и этнической ненависти, разжигаемой Арменией на протяжении многих лет, подчеркнул депутат.